Чите в Доме офицеров полным ходом идет подготовка к премьере спектакля по мотивам одноименной военной повести известного забайкальского писателя Сергея Зарубина «Путь разведчика». Произведение было написано на основе подлинных фактов и документов. О чем сюжетная линия, расскажет Анжелика Понебрашина. Театрализованная постановка повествует о боевом пути и ратных делах разведчика Сергея Матужонка. Это человек-легенда. Он лично доставил живыми в штаб фронта почти 30 фашистов, из которых половина были офицеры, а один даже генерал. Он уничтожил свыше сотни гитлеровцев, среди которых лучший стрелок Германии, любимец самого Гитлера. Синтезируя театральное искусство и великолепное исполнительское мастерство ансамбля, мы в очередной раз вслед за трубкой снайпера обращаемся к нашим прославленным землякам, к их подвигам, к славе, к памяти. Актерский состав, члены театра-студии, солисты ансамбля песни и танца «Дома офицеров». Антураж спектакля, инсталляция боя полностью готова. Пушка, пулеметы, ящики для патронов, немецкие каски – все настоящее. Реквизит взят из фонда музея «Дома офицеров». В спектакле артисты много танцуют и поют фронтовые песни. Это делает атмосферу военных лет более эмоциональной. Главную роль Сергея Матужонка исполняет участник театра-студии «Дом офицеров» Тихон Полицын. Признается, на репетициях спектакля чувствует огромную ответственность перед забайкальским разведчиком и одновременно гордость за то, что советский герой близок ему по духу. Именно каким-то своим стремлением, юношеским вот этим нравом. А, как известно было, он славился так на войне не только своими заслугами, но и очень буйным характером, своими вот этими достижениями цели любой ценой. И вот в этом я как-то схож с ним, но по сравнению с ним я думаю, что я именно на такие героические поступки не способен. Премьера спектакля «Путь разведчика» состоится 4 ноября в Доме офицеров Забайкальского края. Анжелика Понебрашина, Татьяна Лабузная, Вести, Чита.